Единственное происшествие, снятое репортерами минувшей ночью, случилось на улице Широнова, в районе трамвайной остановки улицы Ленина. Таксомотор сбил пешехода и врезался в другой автомобиль. Мужчина, разбивший своим телом лобовое стекло Toyota Fielder, вне отложки. Врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга. Toyota ехала по Широнова в направлении парка Дендрарий. Таксист утверждал, что аварийную ситуацию создал пешеход. Он стоял вот здесь. Здесь стоял? Да, но у меня вон тормозной путь. Он раз. То есть не по пешеходному вообще шел, ну, да? Ну вот здесь он стоял. Да, а когда вот вы его заметили, что человек на пути? Я его не успел заметить, он резкий шаг сделал. При попытке избежать наезда на пешехода водитель совершил противоаварийный маневр. Дама, которая ехала в своей машине позади таксиста, в общем упрекала его в неаккуратной езде. Его мотыляло по дороге, и вот он в эту машину ехал, все на моих глазах, сбил человека. И в меня. Он резко дернулся, он туда выскочил. Он не пьян, а ваша машина какая? Да пьянюк, он скоро сейчас сделает. У обочины был припаркован автомобиль, на бампере которого после происшествия владелец заметил свежую вмятину. Мужчины не было в Ниссане Тиида в момент ДТП. Он отлучался всего на 15 минут и обнаружил повреждения уже после того, как вернулся к машине. Потерпевший посчитал ущерб незначительным и не стал обращаться к полицейским, чтобы не задерживаться надолго на месте происшествия. После ДТП таксомотор перекрыл проезд трамваем. Электротранспорт не мог проехать в южном направлении более часа. Таксист прошел алкотест с нулевым результатом. Врачи доставили раненного пешехода в стационар.